Так, кому разрешается приносить жертву? Так. Кто может принести жертву? Не кому, а кто может принести? Почему? Приносит жертву каждый человек может принести жертву. Значит, каждый еврей, каждая еврейка может принести жертву. Потому что в Левит, в первой главе, там первой стихе сказано, «Коль Адам, который хочет принести жертву». Мы говорим, Адам, слово относится и к мужчине, и к женщине. Хорошо. Кому разрешается принести жертву? Не к кому, а кто может принести жертву, да. Каждый еврей, каждая еврейка может принести жертву. Дальше. Включается сюда второе. И те, кто не тверд в выполнении закона Торы. Потому что главное не праведники, а кто? Грешники. Праведнику, может, ему и не нужно жертву приносить. А как раз грешник в первую очередь должен это делать, да? Ну, любой действительно должен приносить жертву. Но вот так, если теоретически посмотрим. Так, хорошо, значит, второй пункт, что те, кто не тверд в вере или грешники, они могут приносить жертву. Но вероотступнику, если он публично оскверняет имя Бога, не разрешается приносить жертву, да? Почему? Потому что если он публично оскверняет Бога, за эти вещи жертва не приносится, правильно? Итак, кто хулит Бога, кто публично оскверняет Бога, не приносит жертву. Грешник может принести жертву. Вероотступник, хулящий Бога, не может приносить жертву. Не еврей может принести жертву. Не еврей может принести жертву. Аллах. И даже и жертва его принимается, даже если он молится идолом. Жертву Аллах может принести даже идолопоклонник. По еврейскому рассуждению, даже если он молится идолом. Почему? Есть надежда, что он отречется от своих ложных верований и признает над собой власть всемогущего. От нееврея требовалось выполнять только 7 заповедей Ноя, вы знаете. Но приносить жертву Аллах он вполне мог. И даже римский император приносил жертву в еврейском храме. Ну, не лично сам. Он посылал жертвенное животное. Помните, есть история, из-за чего был разрушен второй храм? Да. Потому что римский император, да, прислал жертвенное животное, но из-за того, что два человека поссорились, и один решил сделать гадость другому, да, он взял, надрезал это жертвенное животное, ухо. Из-за маленького надреза уха, оно уже оказалось, нельзя было принести в жертву. Священники думали, что делать, либо выполнить волю императора, да, и нарушить волю Бога. Они не принесли эту жертву, это послужило формальным поводом в 68 году нашей эры, к началу войны. Ну, вы понимаете, что было много поводов. Так вот, видите, поступили. Упрямство, я знаю, и что. Хорошо. Ну, вот так получилось. Хорошо. Часть от жертвы пользовали когены. Да, вот какие части и от какой жертвы использовали когены. Итак, дары, которые еврей отделял для когена. Для когена. Они делились на, по степени святости. Высшей степени святости, средней степени святости и низшей степени святости. Высшая степень святости. Первое. Части животного от жертвы хатат. Второе. Части птицы от жертвы хатат. Помните, жертву за грех ели священники. Это было хорошо или плохо? Помните, говорил пророк, священники питаются грехами народа моего. Но в истории говорится, что это как бы он становится соучастником греха, да, он разделяет этот грех и приносит уже жертву, так же, как если бы он был грешным человеком, да, он разделяет этот грех. Хорошо, значит, священник тоже получается виноват в грехе согрешившего, да, в грехе согрешившего, тот, кто приносит жертву, он что-то получает? Ничего. Священник определенной части мяса ест. Да? Помните, которые бегали с вилочками там?
И жертва за грех, она действительно варилась, да? Так еще до того, как приносили жертву, должны были перед Господом принести жертву, да? А оставшегося вот это то, что в котле, мог есть священник. Они так спешили, что даже вот перед Господом даже, раньше Господа. М? Да, это хорошо было, видите? Потому что это умножалась благодать для священника. Да? Чем больше народа грешит, тем лучше. Но действительно священник брал на себя вину согрешившего. Почему? Потому что виноват, если тот, кто согрешил, и тот, кто его не научил. Правда? Тот, кто его не научил, он тоже виноват. Итак, первая часть животного, вторая часть птицы, а жертвы хатат. Следующее. Да, часть от жертвы повинности, ашам. Мы будем говорить, что это за жертва. Ашам. Ашам, ашам, ашам. Ашам. Жертва повинности. Ашам, да? Четвертое. Да. Жертва, приносимая в случае сомнения в совершенной провинности. Это так называемый подвешенный ашам. Ашам талуй. Не будем углубляться в эти ебры. Но это если человек не знает, согрешил он или не согрешил. Вот он съел кусок мяса, а потом думает, а свинина это или не свинина. И он не знает. И на всякий случай надо принести жертву. Хорошо. Пятое. Часть общинной жертвы, шламим, мирной, которая приносится на Шавуот. На Шавуот. Шламим на Шавуот. Часть. Шламим на Шавуот. Шестое. Остаток лога масла, который пользуется для очищения царат, проказы. Часть масла использовалась для жертвы, остальное давалось священнику. Да. Два хлеба, следующее седьмое, два хлеба, приносимые в жертву на Шавуот. Помним, что чем жертва на Шавуот отличалась хлебная? Какие булки делались? Сдобные, да? Сдобные, две сдобные булки. Тогда как на остальные все дни, какие хлеба приносились? Пресные. И эти две сдобные булки съедали священники, да? Два хлеба, приносимые в жертву на Шавуот. Понимаете, что это не таких два маленьких хлебушка были. А помните, вот они хлеба эти, вот такие. Не слепо, это много священников могли покушать. Хорошо. Восьмое. Хлебы предложения. Хлебы предложения, лехем гапаним, мы уже говорили о них. Это восьмое. Девятое. Остаток, приносимый жертву муки. Жертву муки. Когда приносилась мука, священник брал горстью рукой, муки. Везде, при всех других жертвах, отмерялось о чем? Ложками, ковшами, да, определенными сосудами, а здесь он должен именно со своей ладони. А все, что остальное, да, приносили ему ведро муки, он горсть сыпал, а все остальное, что ему оставалось для личного употребления. Но не так, чтобы где-то есть или, не дай Бог, кому-нибудь продать, да, а именно есть на святом месте. Хорошо. Вторая степень святости – это средняя святость. Первая святость – только во дворе храма. Вторая степень святости – это в пределах Иерусалима. Все первенцы, первое, все первенцы кошерных животных. Все первенцы кошерных животных. При жертве первенца кошерных животных часть внутренних органов коген сжигал, а остальное мог есть. Да, все первенцы кошерных животных. Второе. Первые плоды называлось бикурим. Бикур, бикурим, первинки. Третье. Части тада. Тада, мы говорили, благодарственная жертва, да? Тада, благодарение. И барана назира. Части жертвы тада и барана назира. А также шкуру всех жертвоприношений. Четвертое, третье – тада и назира. Второе – первые плоды. Первое – это
первенцы животных, да, и четвертое, значит, шкура всех жертвоприношений. Шкура всех жертвоприношений. Но обычно из шкур кошерных животных делались свитки Торы. Из именно из шкур кошерных животных, приносимых в жертву. Так сейчас поступает та часть еврейского народа, которая до сих пор приносит жертву. Как они называются? Помните, которых очень любили? Самаряне. Самаряне, да. Они сейчас приносят жертву и так поступают, да. Значит, хорошо. Следующее. Это коген мог использовать в любом городе. Это было на меньшей святости. Какие части? Трума – это доля урожая от каждого еврея. Трума – доля урожая от каждого еврея. Вторая часть – десятина, которую левиты дают когенам от своей десятины. Помните, говорили, десятина от десятины. Значит, священники – десятина, которые левиты дают от когена, когену, для когенов от своей десятины. Третье – хала. Чтобы вы знали, хала – это не булка, а это часть хлеба, которая приносится в жертву. Да? У евреев до сих пор принято, когда делают тесто, небольшой кусочек теста надо жечь на огне, как напоминание об этом. Хала – это та часть теста, которая дается когенам. Четвертое – это первая шерсть от стрижки. Четвертое, первая шерсть от стрижки. Первая шерсть от стрижки. Ну, знаю, сколько, какую часть давали, такую и давали. Хорошо. Обычно трума сейчас дается 1/50, считается. Сколько в те времена, каждый по велению сердца мог дать. Нижний есть предел, верхний предел не ограничен. Значит, трума. От урожая, вторая десятина от десятины, третья хала, четвертая первая шерсть от стрижки, пятая лопатка, челюсти и желудок от любого зарезанного животного, даже если оно не было принесено в жертву. Это не надо было нести в Иерусалим, это можно было в любом городе сделать. В любом городе были священники, если резали животное, да, значит, лопатка, челюсти и желудок. А почему желудок использовался? Бурдюки делали, да? Знаете, желудка делали бурдюки. Поэтому это важная часть была. Бурдюк это, ну, желудок обрабатывается особым образом. И какую-то жидкость, вино можно налить в бурдюк. Но мехи, как говорят, воду, да, и так далее. Следующая часть, шестая. Деньги за выкуп сына первенца. Помните? Заповедь выкупать первенцу. Деньги за выкуп первенца, сына первенца. Да, шестое. Седьмое. Деньги за выкуп первенца осла. Потому что первенца осла тоже выкупали. А почему ребенок сравнивается с ослом? Такой же упрямый, дикий и невоспитанный, да? Значит, шестое. За выкуп сына первенца. Седьмое. За выкуп первенца осла. Дальше, восьмое. Поле, посвященное и невыкупленное владельцем в определенное время. Можно было посвятить поле, да? Если оно не было выкуплено, то оно отходило в собственность священников. Да, и поле, освященное как херем. Херем означает заклятое. Да, и девятое. Поле, освященное как херем. Заклятая, херем, заклятая. Собственность когенов. Заклятая собственность когенов. И десятое, собственность, украденная у гера и возвращенная вором после смерти гера, если у того не оставалось наследников. Гер – это пришелец, да? Если еврей украл у нееврея деньги, а потом раскаялся, да? И этот нееврей умер, а наследников у него нет, то деньги относили священников. Но это законы того времени. Ты
хорошее толкование. И последнее, десятое, значит. Собственность, украденная у Гера и возвращенная вором после смерти Гера, если тот умер. И нету наследников. Да, дают священнику. То есть вор в любом случае, он не имеет права ворованным пользоваться. Да, если у него даже нету наследников, это значит, ну, украл, все, Бог меня простил. Все, надо отдать на священнику, на богоугодное дело и так далее. Хорошо, этапы. Этапы жертвоприношения. Первое. Привод жертвы. Первое. Этапы жертвоприношения. Привод жертвы. Жертвователь сам обязан привести животное во внутренний двор, скини или храма, а не просто отдать кагену. Жертвователь сам должен принести жертвенное животное, а не просто отдать кагену. Нельзя было сказать слуге, ну вот выбери барашка какого-нибудь, да? И вот за меня вот хорошего барашка принесешь. У меня этих барашек 100 тысяч бегает, а вот меня вспомнил. Какой-то у меня грех есть, ну и все, давай тащи его. Он должен был сам выбрать, да, сам взять и сам привести его. Привод жертвы. Второе, возложение рук. Возложение рук. Возложение рук называется смиха. Смиха. Смеха. Смеха. И это не просто возложение. Вот видите, глагол сам. Глагол сам означает положить. Они сам гаэт. Я положил что? Ручку. На стул, да. На стол, то есть не на стул. Сам. А самах – это силой надавить, опереться. Силой надавить, опереться. Вот ты должен не просто, а вот силой надавить – это давление, опора. Самах – придавливание. Вот это рукоположение. И человек должен был взять это животное привести, возложить на его руку, причем силы. Вот так, как мой грех давил на меня, я давлю что? На это животное. Следующее – это видуй, исповедание. Видуй. Видуй. Да. Вада, вада – это значит, в пустыне есть такие русла, которые не заполнены водой, да? Но когда идет дождь, и когда идет дождь Божьей благодати, он заполняется. Потому что дождь – это всегда благодать, это считается для евреев. В еврейском менталитете. Это у нас не когда дождь, говорят, плохая погода. У евреев идет дождь, значит, хорошая погода. Вот, ведуй. И значит, третье – исповедание. Ведуй. То есть он должен сказать, я согрешил таким-то и таким-то образом и раскаялся, и пусть эта жертва искупает мой грех. Следующее, четвертый этап, шхита. Шхита, да? Шхита. Шхита. Нет, ты, извиняюсь, такое. Шхита. Шхита. Шхита – зарезание животного, да? Вы помните, что животное должно убито быть особым образом, чтобы был четкий разрез, вот, и вытекла вся кровь. Если животное мучается, то считается некошерным. Видите, как интересно, вот я, помните, я вам говорил, что человек, да, вот, человек воспринимает зрением немного. Я вообще слухом, вы забудете 80% информации. Если вы посмотрите, значит, вы где-то 60% информации забудете. Если вы посмотрите, услышите и запишите. Видите, мало того, что читать Тору, а царь не должен был не только читать Тору, а сам лично переписать Тору. Это не значит, что он должен был отдать переписчику. Он должен был сам лично переписать Тору для личного
употребление, да? Это интересно. Вот если бы каждого из вас дали бы переписать Библию, вы бы лучше запомнили все, что здесь содержится. Да? Потому что здесь будет и, да, и читали, помните, слух раньше, значит, как, зрительный, да, слуховой анализатор, речевой анализатор, и вы пишете, да? Да, если еще и на иврите вы перепишете, то совсем благословенны будете. Совсем благословенны будете. Хорошо, то есть задействовалось все. Видите, не просто человек брал, а надавливал. Он чувствовал, как пульсирует кровь у этого животного, какое оно теплое. Он знал, что оно сейчас умрет. Да, я уже этот пример приводил или нет, я уже не помню. Насчет перил. Нет, насчет перил, да? Вот представьте себе, почему вот это Бог так делал все таким наглядным путем? Да, чтобы человек больше второй раз не грешил. Не потому, что ему денег не хватит на следующее животное. Вот такое мне как-то вот тоже мышление Бог показал. Смотрите, если я вам говорю, вот когда идете по этой лестнице, не беритесь руками за перила, они грязные. Да? Правда? Но вы забыли, что я вам сказал. И вы взялись за перила. И смотрите, там холодные, мокрые, склизкие, зеленые, чьи-то сопли тянутся от вашей руки. И это вы видите, чувствуете, ощущаете, обоняете. Вот тогда уже вы точно второй раз на этих перил не дотронетесь, правда? Вот так и Бог делает. Хорошо. Следующее – выпускание крови. Пятое – выпускание крови. Каген сливал кровь в особую чашу, и этот сосуд был устроен таким образом, вот типа ведерка, как вот были, видели, вот раньше щиты такие пожарные были, да? Вот обычное ведро можно поставить. Это ведро нельзя поставить, если оно наполнено. Это для того делалось, чтобы никто не случайно не забыл, там я поставил, забыл, а потом кровь уже свернулась, и я ее вылил. Вот. То есть, видите, как пожарное. Надо работать при жертвоприношении, как на пожаре. Четко и быстро, да? Значит, выпускание крови. Каген сливал кровь в особую чашу, предназначенную для этой цели. Следующее. Хождение. Не каждение, а хождение. Каген брал чашу с кровью и шел к жертвеннику. Следующее. Крапление. Крапление. Он разбрызгал крови на жертвенник, на верхнюю, на нижнюю половину, там разные жертвы по-разному приносилось. Следующее. Восьмой этап – выливание оставшейся крови. Значит, кровь, оставшаяся после крапления, из нее нельзя было делать кровяную колбасу. Вы сами понимаете. Ее нельзя было оставить до того, что она где-то там протухнет. Ее выливали, выливали в особое место, да? В храме это была щель, в храме это была щель, куда уходила кровь, и больше ее никто не видел. Значит, выливание оставшейся крови – специальное отверстие для стока крови. Следующий этап, девятый – свежевание и разделка. В храме, который построил Ирод, там были целые мраморные столы, крюки для подвешивания туш, да? Разделывались, удалялись внутренности, рога, копыта. Вот, и все, что не нужно. Значит, девятое – освежевание и разделка. Десятое – омовение. Омовение. После выполнения всего этого жертвы омывались. Вот такую окровавленную, грязную нельзя было принести жертву. Надо было ее омыть водой. Значит, десятое – омовение. Одиннадцатое – это посыпание солью. И последнее, двенадцатое – это что? Сожжение, да? Сожжение или то, что потом после этого делалось. Хорошо. Возложение рук на жертву искупает грешные деяния по еврейской традиции. Устная исповедь заглаживает греховные речи. Сожжение внутренности почек животного искупляет заблуждения и мысли. А окропление жертвенника кровью символизирует замену крови грешника кровью животного. Эти вот четыре вещи...
еврейская традиция заменила на первое молитва, второе изучение заповеди жертвоприношения, третье раскаяние и четвертое изучение Торы. Но мы говорили, что это не одно и то же, что жертва, правда? Хорошо. Да. Значит, виды жертвоприношения. Виды жертвоприношения делились на общественные, общественные и индивидуальные. Ежедневная общественная жертва называлась тамид. Тамид, потому что она какая? Постоянная. Значит, общественные ежедневные жертвоприношения собирались со всей общины в едином размере. Бека ла гульгулет. Я уже говорил. Бека ла гульгулет. Это что значит? С черепушки. Помните, вы говорили про полшекеля? И Иешуа тоже получилось, что принес эту жертву. Как получилось? Это был провокационный вопрос. Принесет ли учитель жертву, да, должен был Иешуа приносить жертву. Если он Бог, то нужно ему сдавать на жертвоприношение. Но если он такой же, как все остальные, то чего он от нас отличается? Но Петр, как всегда, выдвигается вперед. Да, конечно. Тут его осаживает, говорит, давай. Ну как же делать? Значит, жертва должна быть принесена, да, раз обещали. Вот, в жертву приносилось полшекеля, помните? За двоих должен был целый шекель. Значит, с одной стороны, надо было принести, с другой стороны, не надо было принести. Поэтому бросили там невод или что, или удочку, и вытащили рыбу. В рыбе в желудке оказался шекель, да? Но там перевод дается на греческие деньги. И была принесена жертва. Итак, виды общественные и индивидуальные, да? Значит, общественные и индивидуальные. И еще делят общественные, похожие на индивидуальные, и индивидуальные, похожие на общественные. Мы их разбирать не будем. Вот, теперь мы дошли до пяти основных жертв. Да? Первая жертва – Аллах. Левит, первая глава. Да. Пять видов жертв. Пять видов жертв. Сейчас мы говорили о видах жертвоприношений. Бывают индивидуальные, общественные, да? Общественные, постоянные, которые тамид. Мы уже говорили. Тамид, постоянные, ежедневные. Алла, первая глава книги Левит. Это жертва добровольная. Отмечайте. Это жертва чем особенности? Добровольная. Не связана с грехом, но связана с греховной природой. Корень Алла означает подниматься. То есть она поднимает человека к Богу. Она не опускает Бога до человеческого уровня, она не опускает человека, а что? Поднимает, да? Поднимает человека. Хорошо. И второе, она называется карбан. Оно носит два названия, там употребляется два в отношении к этой жертве. Карбан, потому что она приближает человеку к Богу, да? Она поднимается от человека к Богу и в виде приятного благоухания. Дух умилостивления буквально там. Хорошо. И сказано, что может ее принести коль Адам. Не сказано Иш или Энаш, не сказано Гевер, но Адам. А Адам и женщина, и мужчина. Мы уже говорили об этом. Второе. Минха. Минха. Называют мучное приношение, но минха от слова менуха, приятно. Она не связана с кровью, да? Вот тут спор. Приносили сыр или брынзу в жертву Господу Гевель. Кто знает? Да, минха, хлебное приношение, но она буквально приятная, значит, менуха. Да? Менуха приятная. Так же самое пишется, только разные голосовки. Минха. Так, в минху не кладут дрожжи и мед, так как они символизируют нечистоту. Мед – это склонность человека к обретению того, что удобно и приятно. Вы знаете, что под словом мед имеется в виду не только то, как мы говорим мед, но и любая сладость. Чаще всего в Библии, когда употребляется слово мед, имеется в виду либо это мед натуральный, да, либо это финиковый мед, потому что от фиников очень сладкий сок, похожий на мед. Да.
Вот. И он не приносит жертву, потому что это символизирует стремление человека к наслаждению. А дрожжи – это стремление человека к самовозвеличиванию, честолюбию, жажду похвал и так далее. Дрожжи, вот единственное, только это жертва двух хлебов на Шавуот, оно там имеет особое символическое значение. Это Минха во второй главе, Левит. Шламим, Шламим, третья глава книги Левит. Шалом – это что? Мир. Шламим буквально мирные, потому что там разные разновидности жертв. Мирный – это добровольная жертва, которая предлагается человеку. Она не является жертвой за грех. А вот жертвой за грех является следующая группа, называется хатат. Это Левит 4 и 5 главы. Хатат. Мы будем подробно говорить, чем она отличается. Да? Хатат. И последнее, да, Ашам. Ашам. Ашам – жертва повинности. Это 6 глава. 6 глава. Ашам, нет, 5 Ашам. 4 Хатат. Ашам находится в 6 главе. Хатат – там 4 и 5 главы. Поэтому я вначале вам сказал 5 глав, потом смотрел 6 глав. Таки, да. И здесь у меня тоже 6 глав написано. Ашам – повинности. Мы будем характеризовать их. Хорошо. Да. Еще есть очень интересная жертва. Да, жертва посвящения, когда священники, да? Жертва посвящения священников на служение. Когда первый раз приступает служение священник, эта жертва, интересно, называется милуим. Но она не шестой, а просто отдельно. Их много видов жертв. Мы будем разбирать основные. Основные пять находятся в шести. Если хотите, мы еще 3 недели будем разбирать. Только одно жертвоприношение, еще 2 недели одежды священников, я это могу. Да, хотите? Милуим. В современной армии Израиля это что? Ну, помните, когда периодически вызывают на переподготовку, да? Да, сборы. Милуим. Буквально это наполнение. Наполнение, восполнение, восстановление цельности. Вот. Хорошо. И мы говорили о мицве солить каждую жертву. Так говорили мы с вами, да? Соль имеет и положительное, и отрицательное значение. Помните, соль, с одной стороны, она задерживает распад, да, но с другой стороны, соль имеет отрицательное значение. Соль бесплодна, на солончаках ничего не растет, в соли ничего живого не существует, поэтому соль расценится, с другой стороны, как символ смерти, погибели, бесплодности. То есть, с одной стороны, соль – это то, что удерживает от распада, да? С другой стороны, соль – это символ бесплодности. Зелень и соленую воду мы используем как поминание о слезах рабства. Помните, горькая зелень и соленая вода. Еще равняет нас солью. Еще синоним соль означает суть чего-то. Или вот как кристаллы, как минералы. Когда земля была наполнена водой, да, все соли были растворены. И такой земля могла бы остаться. Но затем металлы, минералы и всякие соли, они затвердели и стали твердыми. И должны были стянуться воедино и иметь кристаллическую решетку. Поэтому еще значение соли – это что? Суть, основа, кристалл, да? Соль, суть, основа, кристалл. Итак, 3 значения соли. Первое – положительное значение, предохраняющее, да? Второе – это отрицательное значение, означающее бесплодное. Символически, если хотели какую-то территорию, как бы осолили, разбрасывали соль и запахивали. Вы знаете, что на солончаках ничего не растет. И когда соль – суть земли, поэтому вы соль земли, суть земли, да? Вы суть земли. Хорошо. О строении жертвенника. Видите, мы говорили жертвенник скинии, но были жертвенники и вне скинии.
И в 20 главе 19 стих есть предписание еще строения жертвенника. «Так скажи сынам Израиля, видели, что с небес я говорил с вами, не делайте при мне богов серебряных, богов золотых, не делайте себе. Жертвенник на земле сделай мне, и приноси на нем жертвы всесожжения, мирные жертвы твои, мелкий и крупный скот», и так далее. «Когда будешь делать жертвенник из камней, не клади их обтесанными». Но мы знаем, что в храме в Скинии не было жертвенника из камней. Жертвенник какой был? Медный, да? Деревянный, обложенный медью. Но в храме какой был жертвенник? Из камней, да? Из камней. Там был помост из камней, и на нем находился уже жертвенник, да? И вот, говорится, когда будешь делать жертвенник из камней, не клади их обтесанными, дабы не занес ты над ними железо, не сквернил их. И не всходи по ступеням на жертвенник мой, чтобы не открылась нагота твоя на нем. Хорошо. Отличие жертвенника храма от того, что мы разбирали жертвенника из Скинии. Я вас не буду это спрашивать на тесте. Вот. Основание жертвенника в храме. С запада и с севера подножие жертвенника было опоясано брусом. Ширина этого бруса была 0,5 метра. И еще на один локоть он выдавался к востоку и к югу. Имелись два сточных отверстия в основании. На юго-западном конце основания проделаны были два отверстия для того, чтобы кровь сливалась, и она уходила куда-то в бездну. Никто не знает, куда выходила. Была декоративная облицовка. Была разградительная линия верхней и нижней части жертвенника. Часть одних жертв окроплялась кровь верхняя часть, другой нижняя. Была декоративная облицовка. Украшен декоративным поясом шириной в один локоть. Был карниз вокруг жертвенника, чтобы священник мог обходить жертвенник со всех сторон. Был карниз. И он, священник, мог передвигаться к любому из углов жертвенника, чтобы совершить окропление жертвенной кровью. Был главный пандус, чтобы подняться наверх жертвенника, и вспомогательные пандусы. Это был небольшой пандус, отходящий от главного направо, вел к карнизу, где стояли когены, разбрызгивая жертвенную кровь, и вспомогательный пандус, ведущий к основанию, ответвлялся от главного слева. Поэтому когены спускались к основанию жертвенника, чтобы слить оставшуюся после крапления кровь отверстие. То есть, был пандус основной, да? Значит, был жертвенник, так? Жертвенник, вокруг жертвенника, шириной в локоть, карниз, да? Так, здесь были отверстия для сливания, куда? Крови вниз, да. И еще два дополнительных пандуса. Один справа шел, и другой пандус шел слева. Некоторые еще рисуют один пандус, хотя его нет. Но даже и так получался проекции нечто подобное кресту. Есть такой крест? Видели такой крест? Да? Вот, это крест, да, разбойный крест. И этот крест также символизирует бедность. И вот когда был крестовый поход детей, они использовали именно символ вот такого креста. Ну, возможно, и на таком кресте был распят Иешуа, потому что мы не знаем точно форму креста. Да, может быть, такое чаще всего считают. Да, причем разница у католиков и у протестантов, этих католиков, протестантов, что был прибиты две ноги одним гвоздем, да, а православные говорят, что была прибита каждая нога отдельным гвоздем. И поэтому православные еще рисуют, что? Вот такую доску. Такое тоже делали. Это вот такой гвоздь прибивался, а здесь ноги. Человек, это для того, чтобы человек не мог опереться ногами. Только он начинал опираться, вы стоите, да, когда вы стоите. Как вы опираетесь? Сначала одной ногой, да? Потом второй. Никто не стоит, опираясь на две ноги одинаково.
Почему? Ну, попробуйте. Не знаю, почему-то. Да. Стоит сначала одно, потом другое. И вот когда человек опускал одну ногу, да, другая в это время поднималась и проворачивались в гвозди в ноге, чтобы дополнительная боль осуществлять. И еще некоторые говорят, что там еще было. Дополнение в виде таблички. Да, да. Но мы не знаем, сказано, написано было на кресте. Да? Табличка. А может, она здесь была, табличка была прибита. Ну, мы не знаем, мы не знаем. Ну, да. А почему внизу православные изображают вот такую черепушку? Возьмите православный крестик. А почему? А потому что гора, на которой стоял крест, назывался череп. Помните? Череп. Ну, еще это символизирует попрание смерти. Хорошо. И дальше. Вот эти вспомогательные были пандусы. Люк. На самом верху главного пандуса был устроен люк. Раз в 70 лет когены спускались внутрь и убирали все наслоения, образованные при возлияниях, которые совершались на жертвенники. Раз в 70 лет когены спускались в люк. Да, помните, эта кровь сливалась, да, но там оставались остатки крови. И они могли забить эту трубу, по которой стекала кровь. Да? Поэтому раз в 70 лет они спускались в люк и чистили эту кровь. Хорошо. Четыре угловых выступа были полыми и открытыми сверху. Когены брызгали на них кровь жертв. Четыре угловых выступа жертвенника, они уже были не как в виде рогов, были полыми и открытыми сверху. Проход для когенов. Когены ходили на жертвенники по опоясывающей дорожке шириной в один локоть. И эта дорожка не имела ограждений. Были три поленницы дров. Большая поленница, вторая поленница и третья поленница. И основная куча пепла. Вот это все находилось на вот этом, где стоял жертвенник сам. Хорошо. Еще, значит, теперь подготовка к жертвоприношению. Заповедь. Трумат Адешен. Это заповедь брать у жертвенника пепел, убирать пепел. Прежде святого приношения, с раннего утра осуществлялся ежедневный ритуал взятия жертвы пепла. Помните, первое утром жертва шахарит, да? Но до этого брали пепел. И это было первое утреннее мицва. Коген тянул жребий когены и, тянувший жребий, окунался в мику, облекался в особые одежды, поливал руки водой из сосуда для омовений и, держа в руках плоскую серебряную чашу, поднимался на жертвенник, брал с него пепел и клал в чашу. Затем надо было отнести к восточной стороне пандуса и положить на специально отведенное место. Только после этого можно было опять вымыть руки, ноги с водой и очищать от сосавшегося пепла и зажигать новые для нового жертвы. И интересно, что это очень считалось почетным для молодых когенов. И когда-то было так. Священник начинал утреннюю побудку, типа «рада, подъем!» Становись, все бежали молодые когены к жертвеннику, к пандусу. Священник трубил в шафар, и они все ордой кидались. Кто первый добегал до верха, тот и наполнял чашу пеплом. Но однажды случилось так, что один из когенов, вы помните, я говорил, что это было не огорожено, да, и ширина всего локоть, вот, упал и сломал себе руку. Или ногу, я не помню точно. Ногу сломал, да. И после этого пришлось им тянуть жребий. И уже это делалось в организованном порядке. И еще одна мицва – это постоянно
поддерживать огонь на жертвеннике. Хорошо, все. Сегодня кончаем, да?